Расписаться надо. Благослови предстоящее собрание. Прибудь с нами. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Лето у нас все меньше и меньше почему-то. Вчера вообще было мало народу. Но тем не менее, рад я вас всех видеть. В здравии душевном и телесном. Кто у нас болеет? Все те же. Виктор, Виктор Андреевич заболел. Что с ним? Что с ним? Давление у него. Он мне позвонил сегодня утром. Говорит, у него болит голова и давление. Он редко ссылается на болезнь, поэтому значит болезнь у него тяжелая. Так, ну. Пожалуйста. Ольга Репина позвонила. Поклон всем передавая. Благодарить за моление. Бабушку, в общем, определили в Березу Христа. Больницу его определили, а она оттуда сбежала. В общем, это такие дела. Екатерина звать эту бабушку. Так, ну, болящая Мария. Тихо. Тихо. Мария Яковлевна, она второй раз у нее. Положили в больницу, вот, я ее с больницы забирал, тихо, забирала она, бодрая духом, благодарит всех за молитвы, какая-то там повторная у нее процедура, что-то ей вытаскивали там, в общем, все прошло благополучно, без наркоза, и она очень довольна, и передает вам всем поклон и благодарение. Вот. Какие у нас события прошли на этой неделе? Ну, во-первых, приехала гостья к нам из дружественной Германии. Пусть расскажет нам о своем путешествии. Пожалуйста, послушаем вас. Я в очередной раз приезжаю сюда, на родной алтарь свой, и родные, уже ставшие мне родными, общины. Вот. Сюда мы ехали вдвоем с Жанной, со Франции, которая, ну, она уехала потерять. А я пока здесь остановилась, ну, тоже в дальнейшем планирую тоже туда поехать в скором времени. Сегодня хочу поехать к Нине, к Лачке. Жолнировой. Там свои уладить дела финансовые в том районе. Вот. И
поедем в Патриарху. Ну, когда, я хочу не знать, вместе с Господом. Ну, вот так вот. Какие планы? Назад я возвращаюсь 5 августа. Угу. До этого времени я буду здесь находиться. Или в Патриарке, или здесь буду. Или в Клочках. От Нины какие-нибудь известия там есть? Общались вы с ней по телефону? Нет, потому что у нее связи нет. Она мобильный потеряла. Мобильный с Ниной Александровной имеет? Да. Мобильный потеряла, а вот этот связь нет. Ну, стационарный. Мы на днях посетили Нину Александровну, Нину Степановну. Да, она была очень рада. Погромче. Очень рада была. Посетили ее, нашли, или как. С Людмилой Степановной ездили? Да. Я Аллочка ездила. Ну, Клочки, да? Надо было. По пути мы просто ехали. Ну, как она там? Довольна. Рада нас очень видеть. Работы у нее сейчас очень много. Там сын был, приезжали, там на пластик хват оставляют, ремонт делают. Угу. То есть дом, жилье обустраивают там, да? А как у нее? Телефон она потеряла в лесу, ходила за земляникой. Церковь-то ее пускают. Да, дома-то это нам, ладно, как? Это там все поможет. А да, вот про гонение нам все вот интересно было узнать. Что это тебе надо? Как пустили? Куда не пустили? Так, откуда такая информация, что ее... Что это такое? Тихо. Вот появилась информация, да что... Да не появилась, тут раз же говорили, когда поговорил-то батюшка, что вроде как он изменилось. Подошел к ней, вроде как и заходи, а она-то теперь... Как так? Сначала не заходи, потом заходи, что попалось. Сказали, даже если, когда священника нет, и она будет приходить, чтобы даже уходили те, которые там находятся. То есть с ней не это раньше. Она не распространялась, она сказала, я сильно туда не могу. А куда так почему этот митрополит-то ничего не может решить? Я вот не могу. Потому что это частный храм. Ну что частный храм? Ладно, понятно. Батюшка нам сказал, говорит, у нас точно так же, у нас тоже не каждого впускают. У нас разве все могут заходить? Любовь Петровна, вопрос риторический. Тут вот из присутствующих никто ответить на него не сможет. Не сможет. Батюшке зададим. Это частный храм. Тут батюшка приедет в следующую неделю. Батюшки, вот, да. Он обещал поговорить. И... Да, митрополит обещал, при мне обещал эту ситуацию разрешить, что неправильно священник поступает. Но до сих пор ситуация не разрешена. Это говорит о том, что митрополит никакой власти настоящий не имеет. Если бы он эту власть имел, была бы ситуация в корне изменена. У нас имеет. К нам что? Может кто-то заходить просто так. Епископ, если скажет, что вот этого человека он не еретик и вы должны его запустить, мы ему подчинимся и послушаем. Это еще как Игнатий Тихонович скажет. Игнатий Тихонович всегда говорит, если наверху решат так, мы подчинимся. Помните, когда было такое у нас? Мы подчинимся. А тот священник подчиняться не желает, он самочинствует, прикрываясь тем, что это частный храм. Да когда это Божий храм, как с какого перепугу он вдруг стал частным? Ну, кто его построил? Ну, его построил частный человек. Да. Построил частный человек. И что теперь? Епископ не имеет власти над этим священником, который в этом частном человеке. Одно дело построил человек, другое дело, когда власть от Бога у епископа, и он должен там надзирать. Тут другая ситуация. Другая. Да, говорите, пожалуйста. Я хочу сказать, что здесь ситуация совсем другая. Потому что когда пригласил, ну, подошел тот, кто типа староста к ней подошел, то он сказал, заходи, тебе же можно заходить, заходи. Но только, чтобы ты отреклась от той общины, с которой ты находишься. Чтобы ты признала, что они раскольники. Раскольники. Да. Ей условия было поставлено. Да, а епископ было доложено об этом условии. Он сказал, нет, я с ним поговорю и скажу, что никакие вы не раскольники, что это такое. А получается, что епископ Барнаульский и Алтайский молится с раскольниками. Действительно. Ну, потеряешь, да. Ну ладно, это вопрос такой, да. Батюшка разрешит. Вот. И если тот батюшка прав, то получается, что епископ молится с раскольниками и попадает под этот канон.
Вот. Либо мы раскольники, и тогда вместе с нами наш барнаульский алтайский епископ тоже раскольник, коли он с нами молится. Вот. А там истинная церковь. Вот. Но это бред и глупость, значит, поэтому давайте другие вопросы. Да. У кого? Нина, не дозвонитесь, она потеряла телефон. Ходила за Нина, да, это мы уже слышали, да, потеряла телефон. Значит, ну, духом она бодра, значит, и... Ну, она сказала, буду трудиться по своей улице, с людьми у нее отношения хорошие. Ее любят, уважают, и для нее есть там тот духовный. Ну, слава. Сказала, буду приглашать в тот же храм. Но духовно, она сказала, мне общения этого не хватает. Я оторвана от всех, что раньше друг другу звонили помолиться за кого. Нужно за эту связь. Ну да, без связи, конечно, тяжело это. Но помолимся о ней, помоги ей, Господи. Ей тяжело. Нет, ну, мобильник-то 1000 рублей, то что она делает. Так, теперь 12 июля у нас будет крещение. Значит, у нас было 5 оглашенных. Одна оглашенная приняла крещение раньше по болезни, Галина. Осталось 4, значит, просьба о них молиться, я сейчас их назову. Это Никита, который приехал из Украины, он сейчас в лагере в Потеряевке. Смотрели мы тут ролики, смотрю я на этого Никиту, и душа у меня волнуется. Он худой стал, он был-то, конечно, не это, но изможденный, конечно, тяжело ему. Вот, звать его Никита, значит, вот, значит, второй мой поручаемый, это Физулов Борис, он здесь, значит, в прошлое воскресенье мы с Виктором Яковлевичем посетили его дом, познакомились с его женой и дочерью, значит, впечатление у меня осталось, да, и у Виктора Андреевича тоже очень хорошее. Семья благочестивая, верующая, жена у него беременная. Вот. И порадовало известие, что если Бог позволит, она в следующем году тоже будет готовиться к крещению, как и ее. Потом... Аня, да? Анна, да? Ее звать Анна и дочка Майя, а по крещении Параскева. Она крещена в полном погружении. Ну да, сейчас Иоанна Богослова. Там... Иоанна Богослова, там у тебя нормально. Параскева, да. Жена Анна. Вот. То есть с моим поручаемым постоянно поддерживаем связь, занимаемся и по скайпу, и вот и лично вот встречались. И здесь занимаемся. То есть работа идет. Вот. И, значит, Лена Киняйкина. Вот она здесь. Да, фамилия у нее Киняйкина. Вот. Тоже готовится к крещению. Значит, и четвертый это Жанна, которая приехала из Потеряевки. Ой, из Франции потеряет. Да, Иоанна, ее тоже два у нее имени. Вот. Никита, Борис, Лена и Иоанна. Вот за этих людей просьба молиться. Вот про Александра Марьясова, он мне написал, спросил, сколько стоит оплата такси вот аэропорта до Потеряевки, я ему ответил. Сколько? 11 рублей километр, 1650. 2000. Вот, ну. Вот, ну, я ему написал, он, наверное, знает, что я в такси работаю, если что позвонит, я, конечно, его дешевле отвезу. За 1000. Да, да.
Он про него, я сам ничего не знаю, вот он мне просто написал, поздоровался, я его знать не знаю, вы как человек следующий, просил узнать, сколько обойдется на такси, я озвучил. Вот. Значит, из лагеря какие известия? Вот. То, что ты была, ну расскажи, что там как. Да все, ролики же есть. Ролики есть, ролики смотрим. Я их смотреть не могу. Я посмотрела несколько, у меня такое впечатление. Ну я бы уж попадала на такие грустные ролики, где утро, 5 утра они стоят, комары, ни один не улыбается, все. И я несколько посмотрела, у меня сердце заболело, я говорю, лучше я не буду их смотреть. Лучше самой. И все, и мы съездили, был солнечный день, комаров так не было, они теперь там придумали на куче обедать, потому что очень много комаров. На куче едят какая-то кучу, вот прям выкосили, вот такие эти бодылыги торчат. Если мокро, они ложат палатки, и на палатках полусидя, на этих сел, думаю, да как же его спина больная, полулежа, вот как возлегали, вот так вот. Ну, а в этот раз они, мы обедали с ними, они, дети проголосовали есть в столовой, ели в столовой. Кашевари там Любовь Николаевна. Я говорю, а полдники были, вот, она говорит, не выдумывай, никогда этого не было. Говорю, а мне говорила Нина Александровна, были полдники, большой же перерыв. Были полдники. Были, давали пряник и комполь, потому что очень большой перерыв, пару лет было. Мы бы, знаете, выбили это. Да, а так как она приехала, этого не знала, все отменили, и, в общем, даже не решила о них вспоминать. Потому что с 7 до 2 детям ну, тяжело, конечно, большой промежуток. Игнатий разрешил нам тогда. Но они просто никто не помнил, почему там еды полно, да, все привезли. Там всего полно, просто я даже ролики посмотрел. Вот они стоят, разбор поведения. Ага, летайте. Вот. Обычно у нас как, приходили, уже все накрыто, хлеб разложен, это, и вот они за стол садятся. И все, начинают хлеб раскладывать, ложки раскладывать, все долго. Дежурные все есть, но нету человека, который бы все это организовал. Ну, Любовь Николаевна. Галя была в бане на тот момент. Мы сели действительно, только был хлеб. Дети начали есть хлеб. Съели хлеб. Нам сказали, вот сюда сел, все, мы сидим, смиряемся. Любовь Николаевна пока там что-то это, прибежала Валентина, но она там всем заправляет. Она вплоть до того, что вот каким ножом, какой толкушкой, какой это, все по ее рецептам готовится. В общем, ну, самое удивительное, что я вот так вот сидела, вот так вот косилась на своих детей, так думаю, что там они это... Я удивилась, Ксюша, которая у меня всегда все нюхает, все там, что-то там, это, сидит этот суп с крапивой ест, зелень там, редиска кончилась, все кончилось, суп с крапивой ест, посмотрел на него... Полным ртом жует, думаю, вот это да. Что сделали с моим ребенком? Что ты с ребенком сделала? Все ест, я такая думаю, не может быть. Это мы их здесь балуем, а там их воспитывают. А дуванчики, крапива, там, по-моему, мокрец, все идет в ход. В общем, все едят, все натуральное. Я так думаю, ну все, говорю. Я думала, они там за мной, за машиной бежать будут, заберите нас. Ничего не дошло. Я говорю, мы поедем. Ноль эмоций. Я говорю, ну мы все, сейчас поедем. Они что-то, Лера, мама, посмотри, тут нарисовала, тут что-то мальчик какой-то уже рисует, что-то и убежала. Я говорю, Ксюш, ну все, мы поехали. Она такая, ну да. И кастрюлю с Ливией моют, это пекли. Родители им уже не нужны. Они сказали, нас все равно не отпустят. И такие, 2 недели не прошло. И все, и мы сели. Я говорю, слушай, нас даже никто не вышел проводить. Ну как бы там помахали всем, все, мы поехали. Игнатий Тихонович в последний момент вышел, как? А ночевать? И все, да нет, мы поедем, мне говорю, на работу завтра, все, и он это проводит. То есть детям там твоим хорошо? Ну, хорошо, не хорошо, но они, по крайней мере, не плакали, не просились. Было бы им там плохо, они бы плакали. Они привыкли, да. Привыкли, адаптировались. Адаптация прошла, и я удивилась, что думала, что они хуже будут себя вести, будут проблемы, будут незамечания. Игнатий Ильич меня отвел в сторону, сказал, все хорошо. Никаких ни наказаний, даже ни замечаний не было твоим детям. Девочки хорошие, Лера вообще удивительный ребенок.
не знаю, то ли он, чтобы и меня успокоить, так сказал, то ли что, но вот столько хорошего. Ну, сколько ты с ними занимаешься, они не должны быть хорошими, и слава Христу. Я думала, что будет хуже. Ну, это хорошо, что надеемся на худшее, получаем, и слава Богу. Еще у кого какие, то есть аппетит хороший, нравится, со слава Богу. 18 детей. Да, Николай. 18 детей в лагере в этом году. Это хорошо. Им весело там, хорошо. Надя рассказала про детей, как дети, ну, быстро адаптируются. То есть Христос говорит, будьте как дети. Быстро адаптируются ко всему. И вот я вот, ну, постоянно думаю о нашей сестре Нине. Ну, маленько вернусь, не маленько. Почему? Мне просто удивительно, ну, мне лично, что как человек, вот я скучаю там и прочее, да. Конечно. Она тут привыкла, уже тут, сколько тут, 15 лет, 20 лет, тут все мы друг к другу притерлись уже настолько, что уже даже не замечаем друг друга, пока мы вместе. И, как сказать, любовь проверяется на расстоянии. Аминь. Ну, аминь, это так и есть, да. Вот. Поэтому, ну, где сердце ваше, где богатство ваше, там и сердце ваше, еще Бог сказал, да. И мне сразу же такой пример. А как же наши святые отцы наши и другие, ну не только наши, и ну, вообще православные церкви, жили-то по одному в пустынях. И не в Марии Египетской, возьмите, Серафим Саровский. Да у нас масса таких подвижников, которые наоборот уходили от мира. И жили там, ну естественно Господь с ними там помогал, но с нами же тоже Бог. И ведь в не меньшем количестве Бог-то не как сказать, ну он, его нету там больше, а здесь меньше. Нет, он везде одинаково присутствует. Везде, в каждом месте. В каждом месте, вот так. И просто, ну, с годами, ну, мне пусть немного лет, но вот начинаешь понимать, что в таком возрасте, ну, в зрелом, да, уже там дважды бальзаковский, будем так говорить. Ага. Хорошо, что возраст, а не вес, вот так скажем, бальзаковский. То есть нужно одиночество человеку, чтобы осмыслить прожитую жизнь. Что ты прожил, что ты сделал, кому ты что-то сказал. Потому что бывает, вот сейчас, вот, ну я в силу того, что работа вот у меня такая, ну она вот сейчас кончилась, там по-другому буду маленько работать. Такое вспоминаешь, о чем ты забывал даже. А вот я вот с тем разговаривал, вот такое сказал. Господи помилуй, что же я сказал-то ведь. А забываешь на автомате, на автопилоте. То есть одиночество полезно. Для нее это как монастырь. Ну, для Нины. За нее только молиться, чтобы у нее не было вот этой привязанности, как вот, ну, Сергей может понять, как животное бывает. Раздал кусочек, от ворот потом не отгонишь. Ну, животное. Вот кошка у нас, вот видите, вот постоянно она в дверь, ей к людям, конечно. Но у нее сейчас, вот как я думаю, у нее сейчас борьба духовная очень сильно идет. И она очень сильная женщина, очень добрая женщина. И вот это ее и поддержит. Не то, что поддержит, а и поддержит в дальнейшем. Я не сомневаюсь, что с ней что-то случится. Ей даже, может быть, это и на пользу. Господь перетирает. Здесь она, как вот мы многие в инкубаторских условиях, нам все рассказывают, разжуют. И как малые дети, мы сами-то мы не трудимся умом, чтобы там, ведь слушал здесь, да, уже, вот я уже здесь почти 20 лет, да, к примеру, уже столько насушился, уже, кажется, напитался, как губка, только надави и потечет, а не тут-то было, как столкнешься с человеком, вот бывает хлоп, и вот ищешь, пока это все переваришь, чтобы сказать, ну, нужно, да, о Христе, о Боге, чтобы как и что сказать, бывает, мы, ну, теряемся, не всегда, а вот в этих условиях человек совершенствуется, становится сильным, вспомните, и посмотрите, кто не видел, пост кончится, Бер Гриллс. Вот и все. Как выживать? Он ест все буквально. Так и мы должны быть сильными и выживать. Не стремиться, вот как дети там, вот Надя там, кусочек порезали, крапиву с одуванчиками недоваренными, горячего сыра не бывает. Ешь, и все, желудок все примет. Он у нас способный все переварить. Поэтому помолимся за Нину, будем молиться постоянно, чтобы Бог ей дал силы.
Но и роптать-то на это, что одна вот там, мне не хватает общения. Она не роптает, она соболезнует, что-то телефон потерял. Ну соболезнует, ладно там. Что одна, ничего страшного, это ей полезно наоборот. Она сейчас внутренней своей силой, она выпрямится, и все нормально будет. Еще больше людей приобретет себе друзей. Вот у меня вот такое мнение, чтобы не надо там... Ну, да, там, ну, в храм там не хожу, там и прочее. Да кругом люди. И там есть люди верующие и расположенные к ней. Поэтому, ведь, и, как говорим, что у нас тут больше святости, что ли, или потеряющие да, больше конечно. Святости. Да нет, везде одинаково, в любом другом городе. Важно, что ты ищешь. Вот и все. К чему человек стремится? Быть просто, там, отстоял, отсидел, отлежал в церкви, кто как может, по здоровью. А потом ушел и нету. Трудиться надо. У меня все. Ну, на это и поняла, Игнатий всегда же говорил, кто уезжает, наоборот, чтобы там только не закисли, а трудились, это ну, даже конечно, хорошо. Конечно, тогда конечно. Он про Леву также сказал, пусть там, ну, говорит, чтобы там он трудился, тоже говорил, ну, да, свидетельствовал. Да, 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 и, а то, говорит, мы здесь все сидим, говорит, так бы каждый бы разошелся, бы да общину создал. А, где-нибудь бы. Было, как бы. Кружок ну, хотя бы по интересам. Конечно, по таланту. Ну вот, насчет кружка по интересам. Есть, я сейчас веду кружок изучение Слова Божьего. Этот кружок сузился до 3 человек. Мы в среду и в пятницу собираемся у меня на дому. Раньше мы у Игоря, вот, у Добуновых собирались. Вернется будете. Вот, вернется с тайги, брат. Опять там будем собираться. Пока у меня. И вот последнее занятие была Юля Третьякова по скайпу. Раис Николаевна и я, мы втроем сели, полтора часа позанимались, но Раис Николаевна прямо она... Активная. Она такая активистка у нас, самая, горит прямо огонек. Молодец. Она не нарадуется, спаси ее Христос. Всегда она позвонит, спросит, будут, не будут. Ну, редко, когда по болезни она там. А так она постоянный, активный участник нашего кружка. Настя. Людмила Степановна, пожалуйста. Настя, вы будете. Настя сегодня это самое. Она там работает. Мы к ней приходили на той неделе. Мы с Аллой посетили Настю. Дробот. Да. Мы ее посетили в среду с Аллой. Она ко мне приехала, я говорю, пойдем посетим ее. Пришли. Вы знаете, мы когда вот прошли, там искали ее, а потом, когда Алла говорит, а вот же такой хороший мостик, красиво заходим. И вы знаете, такое впечатление, что вокруг такие деревья огромные, мы какой-то сказке тут попали, и вдруг вот этот их дом, вот это какая-то такая ниша такая свободная, и дом тут их тоже такой высокий. Такое состояние, как будто вот мы куда-то попали в такое место, вот специально как бы им это вот место вот в лесу. И рядом там школу даже видно было, мы с Аллой шли. Ну и видели, что там это, забегали они вместе с Синафой, мы зашли. Но у них вообще дом такой высокий, полы так постелены, окна хорошие вставлены, потолок тоже. Но тут еще не все эти перегородки сделаны. Мы ну, поздоровались там, это мир дома пожелали. И мы сказали, а где Андрей? А Андрей, она сказала, колымет. Вот надо утеплять дом изнутри, колымет. И было уже время, где-то уже 8 часов, наверное, около 8. И он говорит, а он допоздна колымит. Вечером, да. Он делает там где-то коттеджный, ну, что-то там, где-то это большой, наверное, дом помогает. Ну, и им нужно утеплиться, потому что без утепления они как зиму-то. Я говорю, Настенька, я говорю, Енафа, вот запомни, с чего начали, вот какой дом, запомни. И твои родители состарятся, а этот дом, может, еще кто-то будет в этом доме жить. Какой хороший дом. Но она радостная, ну, она еще уколы ей ставит, потому что не стали уже из больницы ее выписали, она ей ставит еще антибиотики. Ну, вообще, она нас проводила, ей нормально. Она говорит, я сижу даже до полночи, сижу и пишет что-то, она там много бумаг у нее пишет. Конечно, порядок бы желателен, чтобы было получше, но что-то как-то порядка сильно нет. Да. Какое-то очень большое помещение, очень большие там комнаты, но беспорядок у них как-то нет этого. Ни у Насти, ни у детей не привито. Как мы мучились там с Ниной за порядок, чтобы у них в сумках, чтобы порядок был.
там у них, где ниша, куда мы складывали. И это бесполезно. Учили, учили, уже да, прям бойкот объявляли. У них голова не срабатывает. У них как-то сказали, вот как-то все они крутятся, вот как-то так. А вот чтобы здесь дома навести, никакого порядка, никакой чистоты. Вот это нас обеспокоило. Теперь, что касается, мы подошли в огород, посмотрели. Так ровненько насаженные, грядки длинные с морковочкой. А я картошку не увидела, где картошка. Они на острове где-то на болотах им дали место, они там садят. Вручную там скапывают и там садят уже там несколько лет. Там еще лучше лет. Зайдет сейчас суховей, а там еще лучше. Они там. Ну и у них много, большие, длинные грядки, такие длинные-длинные. Ну и в общем-то вот так мы там побывали. Ну, Настя вся какая-то, она прямо аж вся осунулась, вся похудела, она, у нее что-то очень много работы. Вот они суббота, воскресенье, она дежурная в это воскресенье, говорит, я не приду. Ну, пообещала на будущее это выходные, она говорит, я к Галине, той Васильевне, сходит там по поводу котов. Я-то хочу еще попросить, знаете, какая ситуация? Я вчера ездила, в субботу утром ездила на огород свой, и у меня же сгорел, соседи сожгли мой домик. В садоводстве, под корень. Они там кое-что убрали, а теперь я встретилась с хозяином, он в Белокурихе, там это подстанции Билайновские делают. И они люди состоятельные, дом огромный был. Их дом сгорел благодаря этому дому, мой дом тоже напротив и сгорел. Вроде они как-то так ко мне подошли, узнали еще, что, как будете. Я говорю, а мне никак, деньги? Я говорю, мне не нужны деньги. Вы мне построите такой же домик, как и есть. Но он говорит, у меня нет средств, у меня то-то нет, я не могу, я в течение года буду думать. Я говорю, как вы думаете? Ну это ж форс-мажор, это вроде от меня независящая причина. А что было-то? У них проводка или что-то, они оставили включенные там на втором этаже. И у них загорелось. Форс-мажор, это значит независящая от него причины. Он бывший милиционер. И мне все подходят, говорят, он очень хитрый, он тебя обведет вокруг пальца. О, они мне сказали, ты посмотри, ты к нему сразу обращайся. Потому что он сейчас, говорит, уже, видно, проконсультировался, и уже, да нет, да у меня денег нет, но в течение года я подумаю, я говорю, не в течение года, а к осени у меня домик такой же, какой был. Вот такой же, вот какой мой, а какой, я говорю, размер-то, видишь, вот он. Да он без этих, с камнями там был внизу, просто кирпичи были. Я говорю, извините, 35 лет с кирпичами простоял, и ни разу не пошатался. И мне очень нравился домик под железной крышей, говорю, две комнатки, веранда большая, говорю, вот такая мне сделайте такой же из бэушных досок, из бэушного материала. Так это ж надо разбирать, нанимать. Вот такие причины, знаете, как будто я дурочка ваша вообще. Проблема. И я поняла, что он не хочет. Он не и я прошу всех вас, сестры, помочь мне, чтобы он как-то его звать Владимиром, чтобы сердце было расположилось как-то. Дознание нас вызывали, да на дознательное туда. В эту пожарную там приезжал специальный следователь, он сказал, что он дознаватель. Ну и, короче, Иха просил меня, говорит, ну вроде люди адекватные, они вам хотели помочь. А теперь он отказывается от помощи, он отказывается. Я говорю, ты мне прости, вот у меня все разгорожено, все сгорело, и вот это вот сгорело все, и загораживать не хочет. Мы проволокой с соседкой обмотали, потому что у меня же там печку, буржуйку из этого дома, она же не сгорела, она железная, огромная, ее стащили. А он говорит, ну не знаю, и стоит вот такой, знаете, как будто форс-мажор и все такое, в течение года буду думать, у меня много кредитов, а у всех машины, ну состоятельные очень, если они билайновские подстанции. Бедные кредиты не берут. Да, я говорю, я вот не имею кредитов, не имею денег, я кредиты не беру. На что это? И он со мной так, знаете, вальяжно как-то так, и упреки мне какие-то. Я говорю, форс-мажор и у меня, и у вас. Но у вас форс-мажор за вас случился, а у меня-то. Скажите, вы причина. Боитесь верующего вас обидеть? Сейчас построить дом у него, он заново еще сгорит. Вы меня не обижайте, за мной Бог стоит, ангел стоит. Ой, ничего, я так не посмела сказать. Я так кротко с ним разговариваю. Вам надо было оформить документально все это. Оформлено, все, приехали. Все опросили меня, адрес опросили, номер домика, это сфотографировали. Все запротоколировано. Где он свою вину признал, у вас на руках есть? Он вину свою признал. Да, он не признает. Это только уголовное. Меня он вызвал, когда дознаватель, он сказал, уголовное дело завести мы по-вашему не можем, по пожару. Почему? Лица потому что они составляют сумму 250 тысяч, чтобы ваш домик оценить. Не составляют. Поэтому он говорит, ну сколько? Ну 100 тысяч поставили домик этот. Он поставил. И уголовное дело я заводить не могу, но все документы у него оформлены, фотографии у него есть.
все сфотографировали, они тут приезжали, и эти, как следователь приезжал, и из полиции приезжали, так что они все сфотографировали, но я не знаю, такой порядок, он говорит, а больше я не могу, если он не будет соглашаться, я вам рекомендую. Я говорю, ну он выходит, он говорит, я тоже верующий, смотрю с бородкой, выходит, меня провожает дознаватель и говорит, я вас провожаю, я говорю, ну вы скажите, как мне поступать, он говорит, ну пока подождите месяцок, допустим, а потом уже задавайте ему вопросы. Я стала задавать, уже больше месяца прошло. Он отказывается, вот явно отказывается. Он понял, он форс-мажор, от меня независящее, и вроде это я, ничего. Все, тема закрыта. Севастьян, какой совет можешь дать? Ну, еще если маленько помолиться, пусть она к нему подходит, ну а дальше можно вот сыграть на суд. Вопрос в том, что как оценить дом, сколько, потому что с него теперь требовать, а только взыскание суммы можно. Что первый раз сказали 100 тысяч? Нет, ну вопрос там о 100 тысяч. Нет. Обязательно построить. Ну, братья, можно? Да, по пожарной части. Прежде чем требовать кого-то сатисфакции за ущерб, причиненный пожаром, сначала познакомьтесь с противопожарными правилами. Вот и все. Познакомьтесь. И там все сказано. Потому что они написаны кровью человеческой. Как у тебя должно быть в доме, у любого из нас. Какой должен быть там проводка и прочее, прочее, какой огнетушитель, какая бочка с водой. Если этого нету, кому ты будешь предъявлять? Господу Богу? Нет, что он... нет, здесь-то ситуация из-за того, что от соседей. Это не важно. Его дом сгорел, и сгорел. Они могут, ее обвинить, скажут, брат, что она близко к забору дом построила, брат, что не вот выполнила все нормативы, она сама дом, она... Вот правый, она может так все вывернуть. Она может вообще норму нарушить. Ну, тот, не она. Ее обвинить. Другой человек. Вот и все. Загорелся сначала же... Все, мы это закрыли. Его дом загорелся. А при чем тут честь загорелся? Деревня умирает. Братья, вы поймите одно, ты знак аварийной остановки не выставил при аварии, и тебе не выплатят страховку. Спроси у Севастьяна. Вот и все. Вот, и здесь то же самое. Огнетушитель был? Нету. Ведро было? Нету. Багор был? Нету. Ну тут у тебя ничего не было. Что ты хотела? Вот он сгорел. Я и поливала. Вот и все. Я только и поливала. А все стоят бабки. Успокоиться пока и помолиться. А я поливала только ее дом-то с этой стороны. Потом давай свой поливать. А там уж как Бог даст. Потому что сейчас будут рассматривать по закону. Когда строили, мы закон не соблюдаем. А потом уже закон. Поэтому, ну, давай. Ну, я немножко скажу. Вот вы тут сказали, что проводите занятия, у вас очень мало людей. Если вы эти видеоролики выставляете в интернет, то вас немало. Нас много. Да. Ну, аминь. И да. Мы вам очень рады и благодарны, и всегда ждем. Так что говорите, не умолкайте. Спасибо, Христос. И все эти убежали уже. Шефер. Так, по крещению, значит. Нет, я еще скажу по этой теме. Да, давайте. Сейчас. Я по Вале Барышниковой. Вот у нее большая все-таки нужда. Она считает, что за ней специально следят соседи, потому что стоит ей только выйти, говорит, вот начинаю полоть эту ломку с тыквой, да, оглянусь. Стоит одна соседка, перехожу к другой, к третьей там лунке, посмотрю, с другого забора тоже наблюдают соседи. Я не знаю, с чем это связано, и она тоже считает, что просто, не знаю как, ну, в общем, просила помолиться о том, чтобы у них все-таки мир с соседями, и соседи не претендовали на ее землю, потому что оказалось, что в округе у нее земли, по меркам этим, больше, чем у всех остальных соседей. Долгое время просто этот участок стоял, как бы на одного хозяина, да, нетронутый. Там соседи делили свои дома, делили свои участки, поэтому у них там получилось наполовину меньше земли от той, которая когда-то принадлежала им. Понимаете, как Аваля сейчас одна. И, в общем, это очень лакомый кусочек оказался. Да и пусть отдаст этот вот то, что там лишнее. Ну, не знаю, как, но помолитесь, пожалуйста, когда будете молиться. Господи, помоги. Пусть сделает все воля твоя. Да будет воля твоя. Не соседи, а чтобы мир в голове. Тетя Алла что-то хотела еще сказать. Я хочу сказать, что мы вот навестили дробот. Я хочу, чтобы... Конечно, подняли их на руки молитвы, закончить этот дом. Нет средств. Нет средств. На что заказать? А дом надо к зиме-то утеплить, надо как-то помочь им, как-то, возможно, как сегодня слышали.
он все равно не заработает. Он все равно не заработает столько, чтобы закончить. Нет, хотя бы привести в божеский вид, чтобы можно было. Конечно. Мы с того года ни разу их не собирали, поэтому если в этом году соберем, хотя бы им на утеплитель. Сейчас они пусть собирают сами. Вот они там копят, она работает. Дети в лагере, она все откладывает, она ничего лишнего не покупает, ни на одежду, ни на что, ни тряпки там никакие. Покупает уже. Покупает. Это ей отдают. Кто-то соблазняется на ее телефонах. Это ей сестра подарила, привезла из Казахстана. Она ничего, Настя, все копит. У нее, вы не знаете, какие были долги, я знаю, потому что через меня эти долги отдавали. Она нас занимала. А я здесь в городе перезанимала для нее, потому что то, что они зимой там делали, у нее все было в долг. Она молчала просто, никому мы не говорили. Она все рассчитывается, она все вот ужимается, где какую-то щенку, все, чтобы вот отдать. Сейчас у нее по новой вот этот утеплитель, она копит как может. Андрей гулял, сейчас вышел, говорит, 2 раза принес, по чуть-чуть, но принес Колым. Она все откладывает, и ей надо будет накопить на этот утеплитель, чтобы до осени Андрей его... Не пропил. Сделал. Вот его купить, и он его тюк-тюк-тюк-тюк пытел. Они капят этот утеплитель. Его снаружи или изнутри? Они прибивают какой-то утеплитель. Я вот Настя мне начала объяснять, я не понимаю. Просто вопрос технологический, это правильно, нет строительства. Именно изнутри, а потом будут или гипсокартоном, или чем. Утепляет, а потом это листы гипсокартона или что? Гипсокартона, да, обшивается. Он такой дорогой, не лист. А потом, может быть, они еще и снаружи будут под сайдинг. Ну, это просто... им вообще дорого, если снаружи. Ну, это сайдинг, который может через 10 лет. Сейчас. Ну, когда некоторые... в следующий раз принесем. Надо будет потихоньку все равно им собрать, кому чтобы они купили. Пусть он не на Колым ходит, а вот это вот у себя дом утепляет. В общем, в следующий раз у кого сердце расположено помочь, вот, утеплить дом многодетной семье Дробот, приносите. Да, у нас вот где-то коробочки есть. Вот. Вот и Надя этими сборами занимается, вот ей и отдавай. Сразу же отдать. У кого есть, вот Надежда Ивановна этим занимается. Чтобы сразу потом когда-то соберется. Ну все, еще-то у кого что-то есть. Собирали, поэтому почему бы раз. Еще у кого-то что-то есть, если нет, то... По поездке. Кто здесь присутствующих едет на машине, у кого есть место на крещение? Поднимите руки. Все уже. Все. Езжайте на. Не могу сказать. Ну ты едешь. Время ты еще 3 недели. Я вижу, включаю машину. У меня полная машина. Борис, ты милостивый, указывающий перст. Тебя надо купить. Дорогу. Если есть возможность, то да. Хорошо. Если нет, приберусь сам. А Валера добирался сам, его искали потом все деревья. По швалам. Ну а за Нину Александровну молиться в том плане, что чтобы у нее возникли дружественные отношения именно в проповеди, чтобы нашлись души, которым нужно услышать. Ну, это всегда мне. Да. Чтобы она начала там проводить занятия с людьми, которые бы жаждали слышать Слово Божие. У меня Костя, помолитесь, я не успела записать, опоздала на службу с работы, с дежурства. Он поехал с Полиной, сегодня в 4 часа они встали, поехали, чтобы ей успеть на службу в Потеряев. Девчонок, вчера еще ничего, потом говорит, нет, я соскучился, я поеду. А я на работе, говорю, меня дождить. Нет, я поеду утром рано. И они заехали, я им пакет отдала. Для Суховеева Вани передали пакет. Там мальчик один с Октябрьского поселка. Большой такой, тоже в лагерь первый раз. И я говорю, ты заедь, я тебе дам пакет. Он заехал, еще пяти не было. Смотрю, Поля на заднем сиденье. Видите, он как ее прям вместе с подушкой, с одеялом на заднем сиденье положил в 4 утра. И спит, рот открытый, и все. Так они поехали. Смотрю, сумка вещей, эти платки, юбки, все храмовое ей собрал. Все ее сгрузил и повез. Молодец. Здорово. Без меня, главное. Так что помолитесь, они путешествовать. Да, они поехали поправить, он работает. Нет, я говорю, девочки. Не знаю, как, не знаю. Я хотела уже, я говорю, ну ты их забери, он нет. Мешайте детей такой радости там быть. Да что дома-то сидеть? Там в планшете, да в телефон. Они потом всю жизнь будут вспоминать. Ну что, молимся. Там они пытаются, да. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пред замноженную и пренепорочную,
Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Господи, защити роду нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своим и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Оставайтесь, песнопение, трапеза и занятия. Живу ли я вообще? И любой из нас. Хочу. И старые молодые. За несколько месяцев. Слушай, вы считали, что? Да. А зачем? Это подарок. Катюшки, поклон. Это Сережа. Это Сережа положили. Надежда Ивановна, выложите, да, я повезу ваши души. Ну вот же 29. Да. Слушай, ты не принеси эту рубашку, принеси. Да.